Участвуй в вакцинации, укрепляй здоровье нации. Так звучит один из слоганов, призывающих сделать прививку от коронавируса. Смысл в том, чтобы каждый получил иммунитет, и тогда инфекция отступит, не успев распространиться еще сильнее. Малькет Муцольгова регулярно следит за своим здоровьем и полностью доверяет местным врачам. В амбулаторию она пришла, чтобы в будущем обезопасить себя и близких от ковида. Ковид хандерсон осенью, где-то в сентябре, по-моему, да? Устым гою ашатяк злори окчу. Су назначите, су вылечит дерсу. На последствиях, у мухолицунах, с последствиях, кесты же все хандер. Врачебная амбулатория в Сурхахахт хоть и небольшая, но в день способна принять до 100 человек, желающих пройти вакцинацию. Мустафа Аушев из числа тех, кто уже сделал прививку. В свое время он перенес болезнь в легкой форме. На это указывали все симптомы. Оправившись от ковида, Мустафа решил, что нужно вакцинироваться, так как об этом говорят на каждом шагу. Температуру замерить, давление кажет. Если давление лакнулось, таблетки, калидуре ахен вегал. Давление нормализовывается, моделинга дачуга, махта тиха, через 3 недели дармоцус, через 3 недели юхва висая. Юхвин, 23 мая, повторный, тиха-тиха, шлил юхсаханц. Вся процедура длится недолго. Пару минут, и человек получает дозу лекарства. Затем нужно подождать еще какое-то время, чтобы исключить побочные эффекты. Вакцина хранится в холодильнике при температуре от 2 до 8 градусов. На сегодняшний день в Сурхахах первый этап вакцинации прошли 2300 человек. 1450 сделали вторую прививку. Каждый желающий от 18 лет и старше может пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции. Значит, иммунизация, гамковидвак, это двухкомпонентная вакцина, значит, она проводится двухкратно. Значит, вторая вакцинация проводится после первой через три недели. До сих пор жителей прививали вакцины гамковидвак, но с недавних пор здесь также можно получить дозу эпивак корона. Неважно, какую прививку вы сделаете, утверждают врачи. Главное – это проявить ответственность и позаботиться о своем здоровье уже сейчас. Михаил Тангиев, Магомед Шаухалов, Новости 24.